Ну что, пацаны, игра окончена. Мы проиграли со счетом 4-5. Специально для вас сейчас будет небольшая экскурсия по этой карте. Ребят, рекомендую это. Блин, это офигенно. Хоть зимой. Итак, давайте начнем с АФК. Как видите, все так же. Только вот этих здесь нет. Когда ваш выбираешь и зависаешь такой. Тот он, вот эти монитор. Курятник на месте. Бассейн. Блин, ну нападать тяжело. Но если есть конкретная тактика, то, в принципе, можно выиграть, дотащить. Там, кстати, еще каналка есть. Вот как видите, вот, блин, пацаны, это реально тот дом из нашего детства. Ностальгия. Заходим вовнутрь. Здесь все так же. Давайте начнем все-таки со второго этажа, наверное. Блин, по этим лестницам бегать туда-сюда, это вообще тяжело. Вот здесь балкон. Вон, видите? Второй этаж. Здесь, кстати, этих заложников нет. Помните вот эту темку? Здесь действительно темно. Здесь лестницу сделали вот так. Тоже удобно. Вот оттуда каналка. Даже сзади вот есть, видите, возможность залезть в окно. Короче, всем рекомендую. Приходите. Моим пацанам все понравилось. А значит, я доволен. Круто.